Какие струны, ну, самые лучшие? Это уже зависит от самого гитариста, от того, что он играет, на чем. В общем, на любителя. Из тех всех, что я пробовал, вот мне нравился раньше когда-то Rota Sound, долго не ходили, сейчас что-то они не такие хорошие. Вот. Ну, а и вот пробовал, каким отдаю предпочтение, это Дин Марклин или Эликсир. Эликсир, они идут с защитой, да? Или еще какие-то есть с защитой? Нет, защита они идут. Есть нано-веб, вот это более, а есть еще опто-веб. Там более тонкая защита, это более современные струны. Я на них еще не играл. Вот. Струны я всегда стараюсь покупать в Америке. У меня просто есть такая возможность. Я заказываю сразу по нескольку аккордов. А там еще бывает по акции. Вот продается в одной коробке три комплекта. А платишь за два. 22-25 долларов заплатил за три комплекта эликсира. Один идет как подарок. Вот такие я стараюсь брать выгодно. И по деньгам не кусючие. Брал еще этот Эрнибал. Есть у меня один комплект. Остался, играл на Эрнибале. Тоже те, которые в Америке купил, хорошие. Ровные такие струны. Вот, по звуку. Вот, в общем, хорошие струны.